В Алматинской области двухлетняя немецкая овчарка по кличке Фокс признана лучшей служебной собакой Казахстана. Для этого отважному и умному псу пришлось за короткую карьеру обнаружить почти 6 килограммов героина и стать победителем республиканского турнира, который прошел в Талдыкургане. Фоксик, сидеть! По словам полицейских, у молодого Фокса отличный нюх. Пес за версту чует наркотики. Благодаря его способностям с начала года стражам порядка удалось обнаружить порядка 300 килограммов наркотиков, в том числе 12 килограммов героина, половина из которых – личная заслуга Фокса. Кинологи говорят, у собак, как и у людей, профессиональные наклонности определяются по типу характера и способностям. Собака холеричная типа. Такие собаки вот по поиску наркотических веществ. Эта собака, допустим, по поиску взрывчатых веществ она не пойдет, потому что она холеричная типа. У нее, видите, обозначение методом царапания. А на взрывчатке ни в коем случае она должна быть сангвиничная типа или флегматичная типа. Она как холеричная типа, игровой метод, игровая реакция очень ярко выражена.